Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Гастон Шарль Вуюе. Французский художник, дизайнер, путешественник и этнограф. Работал во многих крупных периодических изданиях того времени, включая Le Tour du Monde и Le Monde Illustrated. Его отец, Поль Вуюе, был кузнецом. Посещал школу-интернат в Перпиньяне. Первоначально учился на юриста и работал нотариусом. Но его желание стать художником взяло вверх, и он поступил в школу изящных искусств Марселя. Однако во время службы во французской армии в Алжире он принял окончательное решение стать художником, что привело к занятиям с Эммануэлем Лансье в Париже. Я цитирую переводную Википедию. В 1878 году он подал заявление о приеме на работу Мейсон Хачетте, где взял интервью у Эдварда Шартона и был нанят в качестве иллюстратора для их журнала. Во время своих многочисленных путешествий по Европе он познакомился с эрцгерцогом Людвигом Сальватором Австрийским, известным исследователем Средиземноморского региона. Это привело к его сотрудничеству с фольклористом Джузеппе Питре. Эти встречи побудили интерес к этнографии на всю жизнь. В течение многих лет после своей смерти он был больше известен своими работами в этой области, чем как художник. Выступал в качестве ландшафтного дизайнера, украсив территорию дорожками, смотровыми площадками, воротами, деревьями в Гемелле-Каска. В последние годы жизни он сосредоточился на иллюстрировании классических произведений Проспера Мериме, Пьера Луи и Франсуа Рене де Шатабриана. Умер 2 февраля 1915 года. Ну вот так немного из переводной Википедии о французском художнике Гастон Шарль Вьюе. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.